В малом зале городского дома культуры собрались представители организации и учреждений Лабинского района, чтобы сразиться в интеллектуальной игре «Что, где, когда». Мероприятие организовали специалисты управления по делам молодежи. Поддержать команду пришел заместитель главы района Олег Кухно. Я хочу вам пожелать хорошего лета, вот, радости, мира, добра, благополучия. Пусть сегодня вот не пятница, а четверг, но пусть сегодня будет праздничное настроение. И я думаю, что победит сильнейший, но, по крайней мере, мы все получим удовольствие. И болельщики, и участники. Еще раз вас с наступающим Днем молодежи. Я желаю вам мира, добра, благополучия, всего-всего самого-самого вам доброго. Ну и вперед, пусть победит сильнейший. Главная цель мероприятия – это популяризация интеллектуального творчества молодежи Лабинского района. Мы даем возможность работающей молодежи еще использовать свое свободное время, досуг вот в таком формате, использовать для дела, повысить свой интеллектуальный уровень, обрести новых друзей, пообщаться с хорошими, интересными интеллектуальными людьми. И в дальнейшем по решению вот сегодняшнего клуба такие мероприятия мы будем проводить регулярно, потому что у всех хорошее настроение, есть желание, ну а мы действительно будем стараться оказывать все условия для того, чтобы это направление у нас развивалась в районе. Участники интеллектуального фестиваля сошлись в одном мнении. Такие состязания необходимы, они способствуют развитию мышления, стимулируют интерес к самостоятельному изучению истории, культуры, традиций, расширяют кругозор. Эта игра была посвящена Международному дню молодежи. Я думаю, это очень актуально, очень активизирует подрастающее поколение и заставляет развиваться, думать. И здесь вот это такое общение совместно, все собираются, как можно сказать, сливки нашего общества и вот меряются силами, кто более интеллектуальный, кто более продвинутый. Мы из Засовска приехали поучаствовать, показать себя, посмотреть на других. Мы очень рады, что нас пригласили. Можно показать свою эрудицию, знания и так далее. Вообще интересно. Интересная игра сама по себе, что, где, когда. Поэтому, я думаю, каждому здесь интересно, присутствующему. Мы пришли на это мероприятие, чтобы победить. Готовились мы около недели. Перечитали много литературы поучительной. Интеллектуальная игра буквально объединила молодых людей, которые могут мыслить нестандартно, умеют работать с разнообразной информацией и общаться вживую. В ходе состязания участники игры проявили свое умение работать в команде на общий результат, что оценило компетентное жюри. Время за игрой летело незаметно, все этапы прошли на одном дыхании и в приятной атмосфере. А несомненный залог успеха игры – интригующие, интересные, а порой и каверзные вопросы. Игра вообще, вы видели, прошла на хорошем подъеме, хорошем эмоциональном подъеме. Все, конечно, весело воспринимали и правильность ответов. Некоторые, конечно, были расстроены, когда неправильно отвечали, но это игра. Некоторые команды показали блестящие результаты, а победителями стали представители администрации Лабинского района. Большое спасибо управлению по делам молодежи, которое организовало это мероприятие. Мы рады, что мы опять вновь собрались на эту игру, потому что мы уже принимали наша команда участие в предыдущем и тоже тогда заняли в одном из этапов первое место. Большое спасибо за такое замечательное мероприятие. Многие вопросы были очень интересные, необычные, прямо было над чем подумать. Некоторые вопросы просто требовали знания, а отдельные вопросы просто замечательные.